Следующая конкурсантка. Фадеева Евгения, 17 лет. Учится в колледже Мира. Занимается в агентстве «Силуэт». На занятия она раскрывает для себя секреты настоящей девушки. 19 юных красавиц блистают на сцене Темиртауского дворца культуры. Каждая старается предстать перед членами жюри в лучшем свете и удачно продемонстрировать свое умение ходить по подиуму. Отбор участниц на общегородской конкурс, по словам организаторов, начался почти полгода назад. Пройти отборочный тур смогли только самые эффектные и уверенные в себе девушки в возрасте от 16 до 19 лет, многие из которых – это воспитанницы агентства моды «Силуэт». Демонстрировать себя участникам предстояло в 4 турах. Первый тур – это представление участниц. Второй тур – это был танцевальный тур, где оценивались их танцевальные способности. Третий тур – это коллекция шахматы, умение вжиться в образ, передать стиль коллекции. Самым красочным и экстравагантным номером стал итоговый тур. В нем юные конкурсантки предстали в белоснежных платьях в образе невест. Демонстрируя коллекцию свадебных платьев, девушки в танце пытались завоевать сердце только одного мужчины. Изюминкой конкурса стали и выступления воспитанниц агентства моды «Силуэт». На сцене ДК они продемонстрировали как полюбившиеся номера, так и множество новых авторских коллекций. По итогам конкурса победительницей и обладательницей гран-при стала 16-летняя Екатерина Дворецкая. Первая вице-мисс стала Жазира Сакенова. Именно эти две девушки теперь будут представлять наш город на Карагандинском конкурсе красоты. Второй вице-мисс стала 16-летняя Анастасия Никулаева. Еще 5 участниц удостоились отдельной номинации. Кроме того, 2 конкурсанток пригласили принять участие в конкурсе «Евразия Интернешнл», официальным представителем которого является Татьяна Грибанова. Ими стали Алина Сафронова и Валерия Давлетова. Анна Калинина и Дмитрий Поленов. Новости Темиртау.